С вами Bloodlines по-прежнему. Всем привет. Поехали дальше проходить игру под названием «Автобусная остановка». Амаяда, да, и Амакяда, Амаяка Копян вселился вообще не знаю в кого. Как вы видите, этот голос, та девочка где-то рядом. Как вы видите, играем мы с сестрой одной из хулиганок, и нашу читасы-бедненькую няшку подрезала Кабата, такая мстительная. Мы даже не знали, что она на такое способна, но вот такая вот фигня произошла. В этой стене довольно обширные трещины. Нам скинули пару молотов, сейчас мы ими будем долбить по ходу стену, да, как, я не знаю, какой там тор. Лучше взять это на всякий случай. Я взяла кувалду. Точнее, два молотка каких-то, да? Аканы, может, я смогу разломать трещины и пройти? Но она ломает прям, я не знаю, как в какой-то RPG, типа Final Fantasy. После нескольких ударов кувалда в стене образовался проем, через который можно пролезть. Отлично, отлично, просто замечательно. Музыка мне нравится тут, кстати. И это новая локация, можно сказать, подземелье. Я так полагаю, что я тут тоже очень много времени проведу. Так, много ступенек. Бедняжка устала. Мяуканье. А, ну да, мы же не знаем про кота говорящего. То есть вот эта девочка не знает. И все же как-то из-за добродушной девчушки могла произойти такая трагедия. Чё? Говорящий кот? Даже если она искренне заботится о том, кто ком-то, это не значит, что этот кто-то питается такими же чувствами к ней. Ну, это как и в реальности. Печально то, что с самого начала девчонка с темными волосами не проявляла никакой симпатии к ней. Девчушка? Девочка с темными волосами? Ты ведь имеешь в виду Читасе и Кабата? Ну а за кого он еще имеет в виду? Сейчас только ты в состоянии сохранить жизнь этой девчушки. Чем бы стать девчушка, говорит, ну не можешь сказать девочка, девчонка, телочка. Я бы сказал бы еще кое-что, но не буду. Не, ну это издевательство, что ли, или что? Ну да, друзья, не без этого. Не, чтоб я не записал, меня не отвлекали, это такого не бывает. Если я сижу, ничего не делаю, тогда мне никто не напишет вообще. Если ты оставишь все как есть, несомненно, девочка с темными волосами убьет ее. Это я и сама знаю, я обязательно спасу Читасе. Но учти, что та девочка крайне жестокая личность. Она способна навредить людям с невероятным хладнокровием. Я видела, как она без каких-либо эмоций пырнула Читасе ножом. Если она действительно никак не привязана к ней, то зачем она сделала это? Сейчас ты, возможно, получишь ответ на свой вопрос. Эта девочка прямо здесь. Охренеть. Эй, да ты же истекаешь кровью. Просто я немного поигрался с птичкой. Для меня это не проблема. То есть, я же говорил, он просто пиздился с этой птицей. Что за кот? Друзья, нарисуйте кто-нибудь эту схватку с кот с птицей. Это будет просто вообще невероятно круто, я думаю. Кто ты вообще такой? Я обычный бездомный кот, гуляющий сам по себе. Обычные коты не умеют разговаривать вообще-то. Что ж, необычный кот даст тебе совет напоследок. Используй рычаг, чтобы победить. Я надеюсь, что у тебя все получится. То есть сейчас у меня будет схватка, я так понимаю, с Кабата. Значит, мне нужно использовать рычаг, чтобы победить Кабата, да? Я бы с удовольствием помог тебе, но я уже слишком стар для этого. Мне очень жаль, но я сделал все, что мог, посему удаляюсь. Прощай, девушка. Друзья, это невероятно офигенная игра, если честно. Кот, у которого способности, который пиздится с орлом и разговаривает в таком, знаете, в такой интерпретации, что типа, да, я всего лишь подрался там с орлом. Обычный кот пиздился с орлом. Это просто невероятно. Оставляю Читасе на тебя. Все, походу, котик уходит. Понятия не имею, что за говорящий кот это был. Но сейчас главное спасти Читасе, мне нужно поторопиться. Мне кажется, мы выходим к финалу. И, блин, это реально охрененная игра, друзья. Я хочу сейчас сказать, что она наравне практически с Мэтфазером. Но, опять же, давайте дойдем до конца и посмотрим точность. Точно, что будет. Эта девочка... Смотрите, кстати, мы обе похожи практически, да? Ты, Акана, кажется. Почему ты так отчаянно пытаешься помочь Эдасе? Потому что она мой друг. Ты ведь тоже с ней подружилась. Тогда почему творишь все эти ужасные вещи? Подружилась? У меня нет друзей. Дружба построена лишь на собственной выгоде. Я не могу без боли вспоминать бессердечное выражение лица человека, которого я считал своим другом. А, ну вот, в чем смысл. Читасе тоже рано или поздно предаст меня. Ну, я бы не сказал бы, что все предают. Ты считаешь, что она предаст тебя? Она же добрый человек, она не может предать. Тем более, она тебе ногу замотала и тому подобное. Знаешь, как она волновалась за тебя, когда ты пропала в школе? А ты без капли сожаления пырнула ее ножом после всего этого. Что тебе вообще надо? Зачем причиняешь боль Читасе? Если это правда, то я хочу забрать ее в свой мир.
Все-таки в той газете 20-летней давности написано про тебя. Да, это было про нее. В моей семье с давнего поколения все прошли через это. Сейчас, походу, какой-то будет флешбэк. Кабата, мама хочет тебе кое-что сказать. Пожалуйста, послушай. Когда мама, папа и ты умрем, наша душа не исчезнет. Потому что нас оберегает Бог. Несомненно, мы перейдем в другой мир. Мир Таканомура, в котором живет наш боженька-спаситель. Боженька, кто это переводил вообще? Бог написали боженька. Такое чувство, как будто бы кто-то высмеивает это, да? Что, каким образом мы перейдем туда? Типа, Кабата спрашивает. Не волнуйся, еще со времен бабушки этот переход тщательно подготовлен. Для этого нужно перейти на остановку Амаяда, куда обязательно приедет автобус, который перенесет тебя в другой мир. Ну, прям точно бесконечное лето. Опаздывать на этот рейс ни в коем случае нельзя. Автобус приходит только один раз для одного человека. Охренеть, то есть мы душу забрали. А если я опоздаю, что тогда? Тогда ты останешься там. Да, исходя из записей в тот момент, когда ты ждала свой рейс. Тебя в это время увидели одноклассники, и ты сильно перепугалась. Так это как это все связано с Читасе? Я больше не хочу говорить с тобой. Раз уж с самого начала твоей целью было убить Читасе, то почему ты сразу этого не сделала? У тебя ведь было много возможностей. Тем не менее, ты до сих пор не решилась. Я больше ничего не хочу говорить тебе. Я знаю, тебе не безразлично, Читасе. Заткнись. Как же ты надоела своей назойливостью. Сейчас я убью тебя. Но попробуй. Не думай, что я тебя так быстро сдамся. Так, я так понял. Ага, она по одной клеточке идет, да? Но мы можем... Можем бегать. Хрена мы можем. Как она? Опа! Ладно, рычаг. Я понял. Так, иди сюда. Иди сюда. Блин, надо как-то... Как же ее завлечь? Твою мать. А ну иди сюда. Сюда. Да правее. Да правее, что ж ты... Почему она правее не идет? Почему она не идет на эти штуки? А ну. На! Да почему? Я не успеваю, друзья. Как же? Так, может как-то... А ну. Собака. Да нет, нет, нет. Да нет, я неправильно делал. Надо именно, чтобы она была на черном квадратике, и мы подбежали и включили рычаг. Вот что нам надо делать. Довольно интересная, кстати, штукенция, я вам скажу. Ай, ну блин, придется проходить все это заново. Ладно, бутылочки... Не, в принципе, бутылочки у меня должны быть. Группа, вещи... Бутылочка с водой у меня есть, да, надо было сохраниться еще ранее. Ну, да ладно. Так, давайте, друзья, опять посмотрим ту штучку. Знаете, что самое тупорылое, что тут надо делать? Пропускать вот это все говно, когда ты к ней подходишь... Сколько раз ты умрешь, только ты будешь пропускать вот это вот. Я не понимаю, зачем это было делать, хотя бы хоть какую-нибудь запись бы дали бы, чтобы с этим не мучаться. Вот это вот, пока пропустишь эту всю хрень, так уже надоест реально что-либо делать. И эта девочка, она реально бесит свои вот этой вот... А ну давай, подходи сюда, сейчас еще один шаг. Я так понимаю, что самый первый как бы... Удар легче всего будет наносить. Ну она невероятно непредсказуемая. Вот она опять же по одному шагу делает. Как-то довольно по мне, как-то странно, да? Вот. Блин, ну реально тяжеловато. Давай. Просто идеально, мне повезло, просто сейчас повезло. Потому что постоянно она куда-то ходила не туда, куда мне надо было. Рассказывай, чем тебя обидела Читасе? То есть мы ее поранили, закололи кольями, а теперь... Когда пришел мой автобус, Читасе не пустила меня? Но она же не виновата в этом. Читасе не пустила тебя на автобус? О чем ты говоришь? Читасе, она... Я получила аптечку. Что, зачем ты? Хочу поиграть с тобой. В образе демона я поиграю с тобой и Читасе в догонялки. И если я выиграю, то в этот раз обязательно заберу Читасе с собой. Устраивает? Охренеть. Не рассчитывай, что ты сможешь догнать меня. Может быть, но что ты будешь делать с раненой Читасе? Даже если мне придется нести ее на руках, я не позволю тебе догнать нас. Акане была в самом начале просто какой-то васянкой, да, но мы ей помогли, да, не умереть, и вот она теперь пытается помочь нам. Хороший настрой, ты молодец. Мне бы сохраниться еще. Что ж, даю фору, скорее убегай. Поступай как знаешь, но я не позволю тебе убить Читасе. То есть она исчезает.
И у нас есть выбор, да? Конечно же, я сохранюсь. Блин, не на ту кнопку вечно нажимаю. Я не думаю, что мне сейчас придется бежать, как не знаю кому, потому что... Ну... Потому что это по сюжету, наверное, как-то догонять. Где она? Где Читасе? Господи, куда она могла подеваться? Эта записка читала Читасе? Жизнь после смерти, том последний. Кроме того, мы выяснили, что даже внутри этой местности существует другой способ пути... Найти упокоение души мертвого. Для этого в могилу умершего помещают человека того же возраста и пола. А, так вот для чего ей нужна Читасе. Подобное сведение требует уточнения. В частности, второй человек является просто спутником или все же жертвой. Охренеть, и лестница. What? Что за младшая сестра Аканы? Сестренка, а ты почему здесь? Я волновалась, потому что ты долго не возвращалась. А, это та, которая в туалете мы оставили, да? Бродя по школе, я обнаружила открытый музыкальный класс, а потом спустилась вниз с провала. Прости, что оставила тебя одну и заставила волноваться. Читасе куда-то пропала до того, как мы были вместе. Этой веревочной лестницы не было. Читасе в критическом состоянии, но, возможно, она забралась по этой лестнице. Проследуем за ней. Ладно. Хм, странно, как-то она пришла тут ниоткуда. Мы выбрались наружу. Наверное, Читасе действительно пошла этим путем. Странно, как-то мы на трассу выбрались. Сейчас меня собьет еще машина. Машина? Нет, птичьефабрика. Птицефабрика, блин. Кто это? Кривой человек приехал? Дэвид на машине своей приехал, да? Отец Акан. Эй, вы двое, что вы тут делаете? Папа, как ты тут оказался? Пытаясь найти вас, я отправился в школу, но здание оказалось закрытым. В таком случае я начал объезжать окрестности школы в надежде, что могу наткнуться на вас. Вот как? Спасибо, папа. Прости, что заставили тебя поволноваться. Акана, ты не идешь? У меня есть еще кое-какое дело. Неужели у тебя есть парень? Нет, конечно, ты же знаешь, у меня никого нет. Ахаха, шучу. Я не понимаю, в чем дело, но похоже, это что-то важное. Да, это что-то важное ночью под дождем. Я сейчас не удивлюсь, если отец скажет: да ладно, иди гуляй, мне как-то пофиг на тебя. Знаешь, девиз нашего семейства с давних времен — защищать во что бы то ни было того, кто тебе дорог. Верно? Если у нее такой папаша нормальный, то есть так воспитывал, почему? Что та хулиганки. Что ж, тогда вперед, позже дома ты расскажешь нам обо всем этом. Подождите. Сестренка, мне нужно кое-что в чем тебе признаться. Сейчас про ЧДСР расскажешь, наверное. На самом деле издевалась в школе на Фурусата-сан. Что? Мои подруги всегда задирают ее, а я была с ними. Мне приходилось вливаться в их компанию, но теперь я не буду больше с ними якшаться. Якшаться, ну и слово. Фурусата-сан действительно хороший человек, мне очень жаль. Да ладно, прям хулиганка, прям понимает это в самом конце. Мне твои извинения ни к чему. Извиняйся перед ней, да? Как только встретишься с ЧДСР, извинись перед ней по-нормальному. И одних слов... Извини, не будет достаточно, ты должна подтвердить свои сожаления действиями. Действиями? Если Читасе будет кто-то еще обижать, заступись за нее. А если они накинутся, в таком случае я на вас обеих, то зови меня, я разберусь. Сестренка. Хорошо, обещаю, что так и поступлю. Отлично, я знаю, что тебе можно доверять. А сейчас отправляйся домой, отдыхай, я очень скоро тоже вернусь. Хорошо, будь осторожна. Ну, правильно, вот почему сразу бы, да, ну, ладно, это дети, как бы, да, дети, они глупые, и, блин, и дети и в 17-18 лет тоже тупые есть. Что ж, пора идти. Да уж, конечно, давайте еще раз, наверное, сохранимся. Бутылочки с водой как раз, кстати, пришлись. Я думаю, что мы выходим на финальную прямую, хотя, правильно сказали, ну, воспитали, ну, почему воспитание иногда, да, оно до сраки. Читасе тут лежит прям... Читасе, как ты? Аптечка. С помощью аптечки я оказала первую помощь. Читасе, пожалуйста, открой глаза. Я надеюсь, она не умрет у меня. И вообще, что за концовка будет? Боже, кто-то упал с крыши. Это то, что было в Кабата, да? Это кто-то из параллельного класса. Это что, самоубийство? Вот, трясёт. Какая гадость. Но это Кабата, да? Вы слышите, как она еще дышит? Господи, она еще жива. Что будем делать? Наверняка нужно вызвать скорую. В таком состоянии она все еще жива, бедняжка. Не могу даже смотреть на такое. Пошли отсюда.
Верно, кто-нибудь все равно вызовет скорую помощь. Больно. Очень больно. Кто-нибудь, помогите мне. Но Кабата сама виновата. И за самоубийство, кстати, если так взять, это смертный грех. И, ну, если я не ошибаюсь, то ты в рай точно не попадешь. Почему мне становится так холодно? Потому что ты умираешь. Почему тут Читасе лежит? То есть ее принесла сюда Кабата? Акана-сан? Читасе, неужели я сделала Кабата-чан что-то очень плохое? О чем ты говоришь? Это она тебе сделала что-то очень плохое. Я помешала Кабата-чан сесть на автобус. На автобус? Ты говоришь про тот самый автобус? Дальше по этой дороге есть остановка Амаяда. Эту остановку закрыли, когда я родилась. Похоже, что Кабата-чан обязательно должна была сесть на этот автобус. Я ничего не увидела, но Кабата-чан пыталась сесть на автобус. Я в панике и отдернула ее, испугавшись, что она выходит на проезжую часть дороги. Буквально пару минут назад я виделась с этой Кабата, и она рассказывала мне об этом случае. Вот как, значит, Кабата-чан пропустила свой автобус еще 20 лет назад. В смысле? Но если автобус приходит только один раз, почему она все еще ждет его? Как бы то ни было, она все еще надеется попасть в Такано-Муро. Еще она сказала, что хочет забрать тебя с собой, хотя не поняла, что она имела в виду. Хочет забрать меня с собой? Все, что я поняла, это то, что она хочет убить тебя. Поэтому бежим в ближайший магазин, чтобы скрыться от нее. Можешь не волноваться, я обязательно спасу тебя. Это, друзья, самая-самая, блин, игра, в которой я просто даже не знаю, столько локаций ни в одной игре нашла. О боже, черт, кажется, она уже рядом. Убираемся отсюда. Твою мать, это дух. Столько локаций и школа. Твою мать! Собака. Куда бежать? А! Я не знаю, куда бежать, если честно. Но я буду. Что такое? Меня, походу, поймали. Что, где это я? Читасе! Что ты собралась делать, Читасе? Отойди от нее. Она просто в лаву столкнула. Читасе! Ну, спустя несколько дней обнаружили. Как всегда, обнаружили тело. Ладно, нам надо что-то придумать, как-то убежать. Не знаю, по какому пути надо убегать, но что-то надо придумать. Ну, в этой игре просто локаций миллиард. Ни в одной пиксельной игре я не видел столько локаций. Даже болото русалки там, да, было. И тот дом, и тот дом. Но, блин, тут очень много. Тут намного больше. Не знаю, куда бежать, но мне кажется, по цветам надо бежать. То есть, смотрите, куда цветок желтый показывает, туда и надо бежать. Мне кажется так. Мне кажется, я правильно все делал. Еще этот гром мешает, пипец. Капец, он ослепляет, смотрите. Но я примерно знаю, куда я бегу. Давай, блин, я бегаю кругами. Что за... Это же неправильно, нет? Вниз, отлично. Так, 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 надо бежать. Почему я остановился? А, нет, ну, блядь, ну, ёб твою ж дивизию. Я примерно уже знаю, куда надо бежать, я так понимаю. Только вот не понял, автобусная остановка дальше или надо вверх, а потом вниз? Вроде бы дальше надо было бежать. Ладно, переиграем, ничего страшного. Итак, дорогие друзья, мы дошли до этого момента. Похоже, мы оторвались от монстра. Наконец-то хоть куда-то я выбежал. ЧТС, потерпи еще немного. ЧТС? Мы все это время ее несли, да? Не дышит. ЧТС, пожалуйста, не умирай. What the fuck? Где я? Неужели я умерла? Я все еще ощущаю свое тело, но говорить не могу. Охренеть, друзья, я так понимаю, что... Кто ты такая? Я так понимаю, что мы в том мире, с которого мы должны выбраться, по идее, когда... Ты считаешь, что это заколка в виде цветка, милая идиотка? Типа все наши, как бы, издевательства мы вспоминаем. Эй, кто дал тебе разрешение? Вот такие, как ты, никогда не будет друзей. Да. Одноклассники издеваются над тобой. Ха-ха-ха. Прекрати шутить, Фурасата. У нас сплоченный класс, все ладят с друг другом. Такие дружные ребята не могут жестоко издеваться над кем-то.
Так, у нас тут сохранялочка. Ну, короче, мы будем в этой части, я так понимаю, выбираться. Честно говоря, игрушка длинная. Я не ожидал, что я думал, ну, там пару серий, концовка будет. Нет, будет еще по ходу прохождения. Но, в принципе, я думаю, мы уже практически в самом финале. И думаю, может, еще пару серий. Хрен его знает, не буду обещать. Ну, а с вами был Блудлинос. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите обязательно комментарии. Потные яблочки нам в салат. Всем пока и ждите следующую серию и финал. Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlines по-прежнему, и мы сейчас играем в игру, ну вы сами знаете уже какую, автобусная остановка Амаяда. Честно говоря, это самая длинная пикселька вообще, которую я проходил за последние, я не знаю, за последний год, наверное, потому что реально уже какая часть выходит, уже восьмая там, да, где-то так, в принципе, я не знаю, потому что я немножко запутался в них. А так, остановились мы на каком моменте? Мы остановились на том... Что у меня подвисает игра. Так, все, друзья, игра не подвисает, потому что просто я монтировал. У меня сейчас очень много видосов. Остановились мы на том, что девушка наша, вот эта Читасе, она умирает. Она, можно сказать, при смерти. И мы должны выбраться, я так понимаю, из этого кошмарного сна. То есть, даже, может быть, это не сон. Ну, а скорее, какой-то, не знаю, другой мир. В том мире она находится, где умирает. Ненавижу лицемерных людей. Хватит строить из себя добренькую. Это вроде бы... Это говорила Акана или нет? Я не помню. Ты никогда ничего не добьешься в жизни. Хм. Она исчезла. Она просто дала нам совет. То есть, совет, чтобы мы были, менялись, да? Ну, Читасе реально очень добрая. Ей надо бы хотя бы чуть-чуть как-то быть, ну, пожестче. Хоть с кем-то. Потому что доброта, друзья, в нашем мире, она толком никому не принесет хорошего, да? То есть добрым человеком буду только пользоваться. Из-за тебя я не попала на автобус. Я никогда не прощу тебя, поэтому ты должна умереть. То есть это мы тоже видели, но что это даст, я не понимаю, потому что... А, я могу меня ломать. Я ломал стекло. Так, ломаем, проламываем. Очень далеко, тут я скажу так, пройти надо. Ну и вышли мы в конец. Если у меня смысл продолжать жить? Вместо того, чтобы так мучаться, не проще ли умереть прямо здесь и сейчас? Конечно же нет, ты что? Поехавшая, надо бороться всегда. Это правильное решение, Кабата. Если Читасе умрет, то она больше не будет создавать проблем для всех остальных. И сейчас Аканы наши. То есть с одной стороны дьявол, с другой ангел. Давай скорее прыгай уже вниз. Тебя больше ничего не удержит в том мире. И у нас сейчас, наверное, будет выбор, хотя... Верно. Прощай, моя недолгая жизнь. А, это кто? То есть... What? Акана, ты что творишь, Читасе? Я ни за что не прощу тебя, если ты вот так вот просто сдашься. Почему? Акана-сан, ты же сказал, что ненавидишь таких лицемеров, как я. Забудь об этом, прошу, держи мою руку крепче, ни за что не отпускай. Не мешай, дай ей умереть. А, то есть Читасе подставила. Ой, фу, не Читасе, Кабата подставила, типа, Акану. Это не настоящая была Акана. Что происходит? Она ее бьет, Акану, наверное. Я хочу, чтобы ты умерла. Вот мои истинные чувства. Это та Акана. Ну, то есть... Блин, что происходит? Закрой свой рот. Признаюсь, что сначала мне очень показалось легкомысленной и корыстной. Познакомившись поближе, я поняла, что она хороший человек. Я даже не знала, что такие существуют. Читасе мне очень дорогая. Я защищу ее, чего бы мне это ни стоило. Пошли прочь отсюда, не запудривайте мозги, Читасе. Бах, мы их разломали просто. А, Акане-сан, я... Отлично, их больше нет, сейчас я подниму тебя. Так, отлично, мы ее вытянули. Акане-сан, спасибо. Я подалась отчаянию, поэтому мне не хотелось жить дальше. Главное, что сейчас ты думаешь иначе. Кстати, как попала Акана сюда, вот вопрос. Она что, порезала себе тоже вены или что? Это пространство, похоже, твой духовный мир. От твоих действий зависит, выживешь ли ты или нет. Поэтому прошу тебя, не сдавайся, Читасе. Верно. Мне грех жаловаться, если сравнивать с тем, что пережила Кабата-чан. Или Кабата-сан. И все-таки удивительно, что я смогла как-то синхронизироваться с твоим духовным миром. Неужели у меня есть такие способности? О чем ты? Словно из сюжета какой-то манги. Ха-ха, тогда, по идее, к тебе должен был прийти какой-нибудь красавчик. Ага. Читасе, не забывай, что в реальном мире ты серьезно ранена. Ты сейчас... ты можешь сейчас же вернуться в реальный мир? Думаю, да, вместе с Акане-сан.
Странно. Отлично, тогда сваливаем отсюда вместе. То есть мы по своей воле просто сможем свалить и все. Вернулись. Это действительно удивительно. Как-то странно. Довольно все легко было, да? Слава богу, Читаса тоже вернулась. Теперь она дышит. Так как ты мой друг, я всегда буду помогать тебе. Ну, в пиксельных играх, друзья, в таких, есть, конечно, такая часть фантастики, но это же, блин, это же Япония и просто, да. Опа, а тут нас уже ждет Кабата. И кто-то, кстати, писал мне, что я должен собирать, то есть не собирать, а ну-ка, давайте обратно. Ага, возвращаться по этому пути опасно, а вот впереди не опасно, походу, идти, да? То есть, а ну-ка, давайте пойдем к этому чувачку. Число сохранения. Сколько я сохранился? 49 раз. Нифига себе. А ладно, друзья, что я должен делать тут? Так это сохраниться. Хорошо, что я сдалека могу обойти, да? То есть с Кабата по-любому надо поговорить. А вот что меня одно беспокоит. У меня, друзья, 8 кусочков разбитого сердца, а мне надо 12. Вот и попалась. Ты же была позади. Я думал, что огромный монстр это и есть ты. Это всего лишь моя тень. Она отделилась от меня и впитала в себя все мои негативные эмоции. Вот значит как? Да ты, видать, и без этого отделенного негатива паршивая личность. Спустя столько времени я отбросил эти чувства из-за надобности. Я больше не чувствую ни боли, ни сожалений. Таким же образом я избавилась от позитивных эмоций. Но зло-то в тебе есть. Другими словами, у меня больше не осталось вообще никаких чувств. Что ж, пора с вами заканчивать. Прямо сейчас я облегчу ваше мучение. Черт, неужели это конец? Нет, что-то произойдет сейчас. Кусочки разбитого сердца, которые собирала Читасе, внезапно ярко засветились. Что это? Что это за странные камни собрала Читасе? Это же... Это же штука... Что это? Смотрите. Ага, вижу. Она из параллельного класса. Но у нас же 8 штук всего лишь, не 12, как мы видели с самого начала. И, блин, над ней издеваются. Как же мне ее жаль. А может, поделом? Она ведь все-таки такая мрачная. Ха. Это какие-то голоса. Кусочки разбитого сердца. Это не... Все хорошо. Самое страшное позади. Больше никогда в жизни ты не будешь так мучительно плакать. Смеяться и веселиться у тебя тоже не выйдет. Без чувств тебе остается только ждать, что однажды они все вернутся к тебе. До тех пор, пока девочка твоего возраста не перестанет перед тобой. А если ты убьешь ее, то автобус приедет за тобой еще раз. То есть, это какие-то духи, которые нам говорят то, что практически произошло с нами, со всеми, да? То есть она тут... Она все это время сидела и ждала нас, да? Извините, твоя знакомая? Нет, ни разу не виделись даже. Что ты хотела? Извини. У нас нет времени, мы очень торопимся. То есть ее постоянно видели, но даже не поняли, что это она, что ли? Даже в газетах писалось, везде писалось, и они не так и не поняли. Конечно, я не могу на это решиться, сотворить такое со своей сверстницей, которая ни в чем не виновата. Тогда убей того, кто недостоин жить. Кто недостоин жить? Например, те одноклассники, которые откликнули меня, когда я пыталась сесть в автобус. Что? Или те девчонки, которые предлагали тебе дружбу? Что это за хрень ей говорит? Если бы не они, я смогла бы попасть на свой рейс. Но с тех пор прошло уже много лет. Те ученики уже давно закончили школу. Чтобы снова повторить тот упущенный день, чтобы снова дождаться автобуса, я должна убить человека. Да как я могу сделать такое? Все хорошо. Стоит начать с того, чтобы почувствовать отвращение к этому человеку. Но почему она отвращение чувствует? Я не понимаю. А как она тогда... Подождите, а я не понимаю. А как она тогда села на автобус? То есть как он приехал тогда? Даже если, подождите. Да вот, первый раз он уехал, да? Второй раз его не должно было быть, потому что никого она не убила. Хотя, сейчас посмотрим, как я могла так поступить с Читасе. Что с ней сейчас произошло? Что же за свечение сейчас было? Читасе собрала кусочки моего разбитого сердца, которое я разбросала повсюду. Кусочки сердца? Мне все равно, друзья, это бред. Второй раз она не убивала никого. А Читасе помешала ей сесть в автобус. И каким образом? Откуда он появился? Ей надо было бы кого-то убить. Получается так? Нелогично, разве нет? Это часть моих позитивных чувств, от которых я отказалась много лет назад. Читасе тщательно собрала то, что я выбросила. И вот наш опять
Блин, это вот эта хрень, которая подсказывала ей постоянно, и она выросла. Это как будто бы это дух ненависти какой-то. Черт, я попалась. Я готова снова принять негативные эмоции тоже. Что за бред? Она забрала ее? Эх, этот монстр вселился в тебя? Есть способ снова вызвать автобус, если его пропускаешь. Для этого должен умереть человек одного пола и возраста с тобой, со мной. Одного пола и возраста? Вот почему ты накинулась на Читасе. Успокойся, я больше не причиню вреда Читасе. Могу ли я тебе довериться? Да, я сделала большую ошибку. Эй, Акана, а я могу доверить тебе Читасе? Тебе даже не нужно об этом просить. Несомненно, я буду помогать Читасе. И чтобы забыть о том, что ты сделала Читасе, сейчас же исчезни. И больше никогда не появляйся рядом с ней. Хорошо. Прошу, позаботься о Читасе. То есть она убьет кого-то другого, но не Читасе, что ли? Хм. Вот почему, друзья, Кабата всегда и спрашивала, типа, готова ли ты, Читасе, пойти со мной в мой мир? Я отнесла Читасе в магазин, тут же вызвала скорую. Рана Читасе очень серьезная, это был вопрос ее жизни. Я все рассказала полиции в тот вечер, но, конечно, мне никто не поверил. Да, ты бы еще рассказала, я не знаю, блин, еще какую-то хрень. Я сама до сих пор не могу осознать, было ли это все реально. Мы снова зажили обычной жизнью. С того случая прошло 3 месяца. Как-то странная концовка происходит. Не знаю. Что-то очень как-то странно. Так и есть. Остановка Амаяда. Это место переходов Таканомура. А это Мама Читасе. Читасе, тебе пришла твоя подруга Тачибана Сан. Она хочет с тобой поговорить. Она ждет тебя ухода. Акане-сан? И все же... Я до сих пор не могу отделаться от потрясения, что ты ночью отправилась в школу и там поранилась. Я не хочу тебя огорчать, но, пожалуйста, не делай больше таких неразумных вещей. В нашей семье, то есть не в нашей семье, а у нас бы, ну, в стране, да, там сказали, блядь, часть как, сука, жопу выпарю, будешь сидеть с ней, да, и хрен-то куда выйдешь. А тут, пожалуйста, уходи, пожалуйста. Потом еще поговорим об этом. К тебе пришла подруга, нехорошо ее заставлять ждать. Так. Привет, давно не виделись. Ну как, полностью поправилась? Да, спасибо, теперь я в полном порядке. Я очень благодарна, в тот день ты спасла мне жизнь. Ха-ха, да, рада, что ты жива-здорова. Кстати, Акане-сан, о чем ты хотела со мной поговорить? А, ну, когда ты была без сознания, я поговорила с Кабата. Думаю, что тебе стоит об этом рассказать. Тут и музыки нет даже. Боже мой, значит, автобус еще может прийти. Для этого нужна жертва того же пола и возраста. Убив тебя, она планировала попасть в Таканомура. Эй, я надеюсь, у тебя не возникло никаких бредовых идей? Мне тоже ее жаль, но то, что она пыталась сделать, не делает ей чести. Нельзя кого-то лишать жизни ради собственного успокоения. Тем более выгоды, да? Тем не менее, я не знаю, как можно ей помочь. Кабата пообещала, что никогда больше не приблизится к тебе, но ее душа по-прежнему не может покинуть этот мир. Да есть куча людей других. То есть, почему она не пойдет хулиганку убьет, да, или там еще кого-то плохого? Почему именно, ну, хорошего человека? Почему? Опять же, ее скинули, дети попросили, да, скинуть. Она могла бы выследить кого-то другого и убить его, который реально заслуживает это. Ее душа никогда не найдет успокоения. Только прошу тебя, не стоит слишком об этом беспокоиться. Кабата-чан. О, снова эти ощущения. Опять воспоминания. И мне кажется, что я не выйду на хорошую концовку и на самую правдивую, потому что 12 все-таки осколков надо было собирать. Эй, Сузунари-сан, ты ничем не занята? А, нет. Ну, в общем, мы хотим подружиться с тобой. Со мной? Да, ты против? Вовсе нет. До этого у меня никогда не было друзей, так что мне очень приятно. Здорово же, отныне мы друзья. Что ж, Сузунари-сан, теперь мы сможем больше общаться и проводить время вместе. То есть, все поменяется или... Ура, 1000 йен мои. Блин, какой-то отстой, я проиграла. Я была уверена, что она откажет. А, они поспорили, типа, будет ли она с друзьями. И что теперь? Ты правда хочешь подружиться с ней? Это та еще проблема. Мне совсем не хочется возиться с ней. Да уж, страшно представить, какие неприятности она может нам доставить. Эх, с завтрашнего дня наши школьные деньки станут паршивыми. Хотя, она ведь может завтра вдруг не прийти в школу. Как это? У меня есть кое-какая идея.
Сузунари Сан, а ты еще не идешь на физкультуру? Нет, у меня слабое здоровье. Что? Но я хочу пойти на урок вместе с Сузунари Сан. Правда? Тогда будет весело, идем. Попробуй хотя бы сделать колесо на матах. Сузунари Сан, мы ведь друзья, а друзья друг друга слушаются. Ладно, попробую. Ребята, все сюда. Сузунари Сан хочет перед всеми продемонстрировать физическое упражнение. О, правда, получится ли у нее? Да вы только посмотрите на нее, она же вся дрожит. Да. Ой-ой, она же поранила лицо мат. Чё вообще припёрлась, если даже такие простые упражнения не можешь сделать? Ты только мешаешь нам. Пока учителя нет, давайте запрём её в кладовке. Отличная идея. Эй, кто-нибудь, посмотрите за палевом. Или что там написано было? Эй, не надо, простите, я больше не буду так делать. Короче, жестокие там, я смотрю, дети в Японии прям то убивают, то засовывают в эти. Что ж, Сузунари, надеюсь, что когда-нибудь тебя обнаружат. Но только почему мы опять это смотрим? Откройте, выпустите меня, откройте. Конечно, это невозможно, я никогда не смогу завести друзей. Я всегда буду одна, всегда буду одна. Это не так. Кабата-чан. Не одиноко, Кабата-чан моя подруга. Офигеть, у нас еще в конце есть выбор. То есть, что мы можем выбрать? Но я как раз даже... Мне даже выбора не дали сохраниться. Я могу, в принципе, выбрать, что она моя подруга. Она бы могла бы жить со мной, да, и пока я не умру. И мы бы вместе уехали бы на автобусе. Если так получится. Ну, давайте попробуем так. Кабата-чан моя первая лучшая подруга. Которая попыталась тебя убить. Читосе? Прости, Акане-сан, я должна идти. Может быть, она сейчас ради этого себя убьет. Тоже, опять же, непонятно, что же будет дальше. Читосе? Господи, неужели она... Черт! Даже после того, как ты ранила Читосе ножом. Что это было? Сегодня снова дождь. У нас есть... Ну, мы сохраниться уже, наверное, не получится. Блин. Но мне кажется, это какая-то одна из концовок, а? Читосе? Прости, хоть я и пообещала Акане, но я хочу извиниться перед тобой лично. Конечно, я не могу загладить свою вину, но все же. Не переживай, я не держу на тебя зла. Что? Прошу, забудь об этом и забудь, как забыла я. Я уже говорила тебе, но повторю еще раз, Читосе, ты слишком добродушная. Эх-эх-эх, какая уж есть. Кабата-чан, можно я сяду с тобой рядом? Конечно. Знаешь, мы как раз здесь впервые встретились, но ощущения совсем другие. Ты так думаешь? Ага, как будто бы мы уже 100 лет дружим. На самом деле у меня такие же ощущения. Простое общение с тобой почему-то вызывает у меня в душе теплые чувства. Правда? Я так рада. А я-то думала, что только я испытываю такие чувства. Кабата-чан? Что? Несмотря на то, что произошло, я все равно хочу... чтобы мы оставались друзьями. Но я пообещала Акане, что не приближусь к тебе. Она так сказала, потому что ты отделилась от эмоций, но сейчас же ты другая. Я уверена, что Акане-сан поймет нас. Поэтому давай всегда будем вместе. Читосе, ты правда хочешь подружиться со мной? Да, конечно. О, дождь прекратился. Ну, мы должны запалить в ней радость, да? Хорошо, теперь я верю, что такой друг, как ты, никогда не предаст. Я хочу, чтобы мы стали друзьями. Хе-хе. И вот и Акане. Он прибежал. Что такое? Что происходит? Так. Читосе. Так я и знал, что ты пошла к Абата. Акане-сан. Прости, Акане-сан. Я не могу оставить Кабата-чан в одиночестве. Читосе, давай отойдем. Я скажу тебе что-то. Ладно. Ты осознаешь, что Кабата давно умерла? Она никогда не повзрослеет, но всегда останется такой, и хотя с ней можно говорить, это не человек. Ты станешь взрослой, придешь по своему жизненному пути. Представляешь, какие сложности могут возникнуть, живя с Кабата? Однажды настанет день, когда ты не сможешь быть рядом с ней. То есть у тебя будет парень, у тебя будет, да. Кстати, я об этом что-то не подумал тоже. Ну да, это правда. Это будет больно и тебе, и ей. Не могу бросить. Я решила, что ни за что не оставлю Кабата-чан в одиночестве. Она станет частью моей жизни. Таково мое решение. Читосе,
Я не могу поступить иначе. Похоже, я не в силах переубедить тебя. Но она маленькая, как бы, да, еще тоже глупенькая, еще не понимает половина, что будет. Но это ведь означает, что Кабата будет жить у тебя дома. Как ты объяснишь это родителям? О, точно, что ж делать? Так я знал, ты даже не задумывалась об этом. Ох, какая же ты легкомысленная все-таки, ничего не поделаешь. Хотя я уверена, что пожалею об этом. Акана-сан? Эй, Кабата, что? Отныне ты будешь жить у меня дома. Э? Подожди, Акана-сан, это правда? А я в прошлом месяце переехала от родителей в отдельную квартиру. Квартира маленькая, там тесно даже мне одной. Но я согласна приютить Кабата до тех пор, пока однажды Читаса не заберет ее к себе. Ты правда согласна? Я так чувствую, что когда Читасе будет повзрослее, она найдет себе парня, и нафиг-то Кабата уже не нужна будет. Как только ты... И она оставит так Акане, и Акана будет с ней возиться. Как только будет возможность, раз забирай, поняла? У меня вообще-то есть своя жизнь. Поняла. А Кабата-чан, ты согласна? Да, я совсем не против, но... Здорово, хочу как можно скорее жить вместе с Кабата-чан. Я тоже, буду ждать с нетерпением. Ну вот и славно. Что ж, давайте обсудим детали в каком-нибудь заведении, где подают вкусняшки. Ура, я согласна, я тоже согласна. Ну какие... Ну тут какая-то ванильная концовка, честно говоря. Я, честно говоря, ожидал чего-то в стиле Мэтт Фазера, когда в конце там девушка, которая там, помните, ну... Ну вы помните, да, что-то произошло, и там аж в жилах кровь, вы думаете, все, наконец-то мы выбрались из этого замка, все круто, все классно. И там в конце такой намек, вы такие, офигеть, вот это да. А тут, не знаю, будет ли такая фигня тут. Кстати, ты вообще можешь что-нибудь есть, Кабата? А, действительно. Ну, она, конечно, кушать не может, но срать зато такие кучи наделывает. Несмотря на то, что мне не обязательно еда, я все же еще в состоянии принимать пищу. В виде небольшого исключения. Понятно. Значит, я все-таки не разорюсь на еде, если приучу... ну, тебя, короче, да, оставлю у себя. Ты что-то сказала? А, нет, ничего такого. А что же вы хотите вкусненького? Сегодня я получила зарплату, так что можно гулять. А? Вы не против, если мы сначала сходим в одно место? Не против, но куда ты хочешь пойти? Это недалеко отсюда. Я хочу исполнить наше обещание с Кабата-чан. Какое обещание? Какое обещание? Эй. То есть, что? Тачибана-кан... Создатели игры... А какой, подождите, посмотреть на... А, подождите, помните, как-то вроде бы они тут остановились, и она говорит, хотела бы я посмотреть вроде бы без дождя на луну или что-то типа такого. И вот она как бы пришла сюда. Ну, как бы хороший конец, да, все круто. Мы сейчас, конечно же, посмотрим, что там по второй концовке будет, что там и как. Честно говоря... Очень ванильное в конце все было. Ну, да, мне все равно понравилось. Все как бы круто закончилось, да. Не знаю, что бы можно было бы еще тут придумать. Да, ничего, в принципе. Если бы она уехала, мне кажется, это было бы ванильнее. Типа, там, мы пожертвуем собой. Хотя, хрен его знает. Вроде неплохая концовка, я не могу ничего сказать. Давайте же посмотрим еще одну концовку. Я не могу, кстати, эту фигню пропустить, эти титры. Ну, игра довольно крутая по сравнению с теми, которые мы проходили последнее время. Там Алису, там, да, и всякие такие. Вот это вот, да, действительно классная. Так, ладно, давайте, друзья, сейчас немножко пропустим это и попробуем другой выбор сделать. Ну что, друзьяшки-блудняшки, давайте возьмем еще один выбор. А не одиноко. Кабата-чан вовсе не одиноко. Читасе? Прости, Акана-сан, я должна идти. То есть то же самое, но, возможно, что-то по-другому сейчас пойдет. Господи, неужели она... И опять она останавливается на этом моменте. Я думал, что это будет немного хуже. Хотя сегодня снова дождь. Да, у нас опять есть выбор подойти сюда. Как-то странно довольно, вам не кажется? А, Читасе? Прости, хоть я и пообещала Акане. Так, ну это мы уже читали. Так, не переживай, не держу на тебя зла. Все то же самое. Читасе, ты слишком добродушная. Какая... Странно, все то же... Можно я с тобой сяду рядом? Конечно. Как-то странно. Знаешь, как раз первый раз мы тоже встретились. Ну, давайте посмотрим, может, что-то новое будет. Вот, помнишь, ты спросила меня, согласилась бы я умереть ради друга?
А, ну это... Я согласна. Офигеть. Это не то, что плохой финал, это как бы вроде бы, ну, более-менее нормальный. Просто ради подруги, но как-то это все странно. Я согласна. Я хочу быть рядом с Кабата-чан. Ну, это вообще пипец. Но ты действительно хочешь поехать со мной на автобусе? Да. Почему ты так решила? За все время в школе, пока меня гнобили, я была очень одинока. Но после знакомства с тобой я впервые узнала, что такое дружба. Знаю чувство одиночества по себе, я не могу оставить тебя. Ты уверена, что хочешь поехать со мной? Абсолютно, поэтому попробую еще раз. Дождь пошел еще сильнее. Офигеть, ну это, конечно, неразумно. Была бы концовка вот офигенная. Хотя да, если мне кажется, если 12 кристаллов соберешь, то будет концовка, как она сама уедет. Ну, может быть, каким-то образом из этих кристаллов сердца там, или я не знаю. Но, блин, это грустная, мне кажется. Грустный финал, хорошо. Она сейчас прирежет. Офигеть. Читасе. Что? Спасибо. Покачал головой. Не благодари. Охренеть. И скрыли так. И Акана, наверное, сейчас придет, когда мертвая ЧТС будет лежать. Нет, автобус приехал. Остановка Амаяда, остановка Амаяда. Поднимайтесь по ступенькам осторожно, из-за дождя они могут быть скользкими. То есть, короче, Читасе немного эгоистично поступила к отношению к родителям и тому подобным. Она на всех забила хрен и просто уехала с подружкой. Офигеть, просто замечательно. Это, ну, это неправильная концовка, это тупая концовка. Хоть и подруга там, да, важная там. Читасе, то, что ты сделал для Кабата, действительно делает тебя счастливой. И орел. Тут даже на орла не похоже, хотя ястреб. А, ястреб. Ощущение счастья для каждого свое. Не важно, если другой человек не понимает его смысла. Ну да, если у алкаша счастье набухаться и упасть в лужу и валяться, грязно. Конь, правильно, ястреб правильно все говорит. Ты тот самый ястреб? Значит, что было сказано в тех записях, правда? Обе их души под моим присмотром будут доставлены в другой мир. Ты вернешься сегодня домой, забудешь обо всем, что здесь произошло, зажив привычной жизнью. Офигеть. То есть у него, как у людей в черном, такая штучка, палочка есть, он такой, пью, и все забыто. Читасе. Черт, я так хотела снова увидеть твое счастливое лицо. Ну, вот такая концовка, тоже довольно необычная, да? И вот это вот, да, честно говоря, тоже необычно, блин. Тоже крутая концовка. Не сказал бы, что плохая, не сказал бы, что грустная, да? Но меня все вот мучает тот факт, что мне кажется, тут еще должна быть какая-то концовка. Ну, хоть какая-то. Может быть... Хотя, может быть, только две. В принципе, та вторая была неплохая, то есть первая, да, которую мы сделали. И тут музыка уже другая, да? Я хочу сказать, что сюжет в этой игре очень классный, вот что. Круто. Но сейчас я проверю, может быть, есть еще одна. Не, друзья, нету там больше концовок. Есть, в принципе, выбор, если ты кристаллов не насобираешь, там вроде бы умираешь там раньше, ну, когда разговариваешь с Кабат, когда убегаешь от нее, да. Но, в принципе, две концовки. В принципе, что та концовка, что та прикольная. Пишите, конечно же, в описании под роликом, какая концовка вам больше понравилась. Мне кажется, лучшая концовка, самая классная, это когда они остаются подругами, да, и тому подобное. Хотя, если бы они какой-то способ нашли, чтобы, может быть, Кабата кого-то убила, уехала сама бы и отправилась туда, потому что у ЧТС своя будет жизнь взрослая, я 100% уверен, что там будет совсем другое, но вот такие вот дела. Я хочу еще раз поблагодарить вас, спасибо за те рисунки, которые вы нарисовали. Половина попали в начало видео, половина сейчас будут, я думаю, что, ну, преданные как бы фанаты, да, ну то есть никакие фанаты, зрители, да, что я несу, досмотрят видео до конца, и после видео я хочу сказать, вы увидите остальные рисунки, потому что если бы я все в начало бы вставил бы, можно сказать, игру всю мы вообще бы не увидели. Опять же, хочу спасибо поблагодарить вас, что вы смотрели, ставили лайки, активно, кстати, писали комментарии и тому подобное. С вами был Bloodlines, ждите следующих видосов, я буду пытаться находить для вас самые классные игрушки и писать их,
как бы радовать вас. Стримы, не забывайте Черное зеркало и тому подобное. Всем пока и удачи.